С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. В Лондонской национальной портретной галерее открылась выставка традиционных и современных портретов королевы Великобритании Елизаветы II, посвященная бриллиантовому юбилею ее пребывания на троне. Одним из главных экспонатов стала картина с изображением 28-летней королевы кисти итальянского художника Пьетро Анигони. 1955 года она будет представлена для публики впервые за четверть века. Произведение Анигони считается одним из наиболее выдающихся королевских портретов 20-го столетия. Вместо воплощения на холсте образа величественного монарха мастер изобразил Елизавету II в более простой и реалистичной манере. Холст выставлялся для всеобщего обозрения лишь дважды – в 1958 и в 1986 годах. На экспозиции он будет соседствовать с другими творениями Анигони – портретом королевы в полный рост, написанным в 1969 году по заказу Национальной портретной галереи. Также в Национальной портретной галерее посетители смогут увидеть фотографии королевы в исполнении всемирно известных фотографов Сесила Биттона, Евы Арнольд и Энни Лейбовиц. Кроме того, там будут представлены и портреты Елизаветы II, принадлежащие кисти знаменитых мастеров Лосьена Фрейда и Энди Уорхола. Частью экспозиции будет и произведение корейского живописца Ким Дон Ю под названием «Елизавета против Дианы», где изображение королевы составлено из тысячи мини-портретов леди Ди. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости спорта».